Здравствуйте. Так, давайте начнем лекцию. На первых скольких, пяти, кажется, лекциях мы обсуждали структуру данных. Сейчас мы на некоторое время прервемся для того, чтобы поговорить немного об одной такой общей стратегии проектирования алгоритмов, о жадной стратегии. Во втором модуле вы, насколько я знаю, изучали как минимум две такие общие стратегии. Это динамическое программирование и разделяй властвуй. И в том и в другом случае задача из задачи, из большой задачи выделяются какие-то подзадачи. А дальше эти подзадачи в случае стратегии разделяй властвуй друг от друга не зависят. Их можно решать независимо друг от друга. В случае с динамическим программированием эти задачи как-то перекрываются. Так или иначе, для того, чтобы решить исходную задачу, вам нужно решить все выделенные подзадачи, а потом каким-то образом скомбинировать их решение. Вот в случае с жадными алгоритмами, с жадной стратегией, это еще один такого же типа подход к разработке алгоритмов. И здесь мы тоже выбираем подзадачи, выделяем подзадачи из нашей основной задачи. Но решаем всего лишь одну из этих подзадач. И оказывается, что ее решение нас, собственно, приводит к глобально оптимальному решению, то есть к решению исходной задачи. В чате спрашивают, что такое разделяй властвуй. Ну, это, скажем, если вы помните алгоритм сортировки слиянием, он заключается в том, что вы берете массив из N элементов, делите его на две части пополам, а потом каждую из этих частей рекурсивно сортируете. Рекурсивно тем же самым алгоритмом. То есть опять же делите пополам и снова сортируете. Внутри этой сортировки делите пополам и так далее. До тех пор, пока вы не дойдете до какого-нибудь совсем маленького массива, например, состоящего из одного элемента, он уже будет отсортирован, а дальше вы возвращаетесь из рекурсии и на каждом шаге объединяете результаты. То есть разделяй, это значит, что вы взяли, поделили задачу на подзадачи, каждую вы решили отдельно, а потом вы властвуете, вы как-то сливаете вот эти результаты. Ну, у вас получается в случае сортировки слиянием две отсортированные последовательности, и вы их за линейное время объединяете. Да, но это немножко в сторону, сегодня мы об этом не будем говорить. Мы будем говорить о жадных алгоритмах, и мы сегодня разберем несколько задач, несколько простых задач, которые с их помощью решаются. Потом к структурам данных мы вернемся. Собственно, вот сейчас мы разберем несколько таких простых задач. На следующей лекции у нас будет задача, имеющая такое, ну, большое и прикладное, и теоретическое значение. Это поиск пути в графах. И мы посмотрим, мы увидим жадный алгоритм, который позволяет эффективно искать путь в графе между двумя заданными вершинами. Но эффективность его зависит, как оказывается, от того, какие структуры данных в нем используются. И затем, через неделю, мы поговорим как раз об ускорении этого алгоритма за счет использования такой продвинутой структуры данных. Вот. Ну, а пока жадные алгоритмы. Особенность жадных алгоритмов в том, что, как правило, хотя не всегда, они довольно просты и довольно интуитивны. Но если мы хотим доказать, что они корректные, это иногда требует усилий. Итак, давайте посмотрим, какие у нас есть задачи. Начнем с задачи по выбору работ. У нас на входе N работ. И для каждой работы мы указали время начала этой работы, SIT, и время ее завершения, FIT. Задача состоит так, чтобы выполнить как можно больше работ, но при этом предполагается, что мы можем выполнять одновременно не более одной работы. Другими словами, у нас на входе есть некоторый набор интервалов, и нам нужно выбрать из этого набора максимальное подмножество не пересекающихся интервалов. Интервал – это время выполнения работы. Мы должны выбрать те работы, которые мы будем выполнять, так, чтобы нам не приходилось одновременно выполнять более одной работы.
Вот если попытаться решить эту задачу жадной стратегии, то как это можно сделать? Идея будет состоять в том, что мы будем добавлять в это наше подмножество интервалы один за другим. И на очередном шаге мы будем выбирать тот интервал, который вот в данный момент, выбор которого в данный момент кажется оптимальным. Ну, из чего тут можно исходить? Ну, во-первых, можно попробовать брать сначала интервал с минимального начала, то есть который начинается раньше всех. Почему? Потому что если мы возьмем интервал не с минимальным началом, то тогда получается, что мы какую-то часть времени будем простаивать, то есть она у нас ничем не будет занята. И кажется, что с точки зрения нашей цели, а наша цель – это сделать как можно больше работ, кажется, что с этой точки зрения нам лучше обойтись без простоев. То есть вот если у нас есть какая-то свободная минутка, и мы что-то можем выполнить в эту свободную минутку, то надо выполнять. Вот такая вот жадная стратегия. Но оказывается, что она приводит не совсем к оптимальному решению, то есть не приводит к оптимальному решению, и вот тут вот контрпример. Допустим, у нас есть вот такие вот три интервала. В соответствии с этой стратегией мы сначала будем выбирать вот этот вот большой длинный интервал. Но выбрав его, мы больше уже ничего выбрать не сможем, потому что он будет продолжаться долго, и вот эти вот два коротких интервала мы уже выбрать не сможем. То есть получается, что здесь оптимальное решение состоит в выборе вот этих вот двух работ, двух коротких работ. Так, а что вы не видите? Мне черные полосы есть интервалы. Да-да-да, черные полосы, да, это интервалы. Вот, собственно, черный полос, интервал. Три интервала, один такой длинный-длинный и два коротких. В соответствии с этой стратегией мы выбираем один длинный, а могли бы выбрать два коротких. И это больше соответствовало бы нашей цели. А выбираем один длинный, потому что начинается раньше всех. Ну хорошо, может быть, тогда действовать как-то иначе. Тут вот явно проблема заключается в том, что мы выбрали интервал, который очень длинный. Может быть, нам надо выбирать интервалы по длине, по возрастанию длины. Сначала выполним самую короткую работу, она займет меньше всего времени, потом выполним следующую по длине, потом следующую и так далее. Но нет, оказывается, что такой вариант тоже не работает. И опять же, тут есть контрпример из трех вариантов. Вот у нас есть три работы. Вот эти две, которые внизу, они подлиннее, а вот эта, которая наверху, покороче. И в соответствии вот с этой стратегией мы должны были бы выбрать вот эту вот короткую работу, сначала выполнить ее. Но после того, как мы ее выбрали и выполнили, она нам как бы блокирует вот эти вот две длинные работы. Их мы уже сделать не сможем. А могли бы вместо нее как раз вот выполнить вот эти две. И опять же, выполнили бы большее число работ. Что считается эффективным для выбора работы? Наша исходная цель для тех, кто опоздал, давайте ее отмотаю сначала. У нас есть N работ, мы хотим выбрать как можно больше работ и их выполнить. А ограничение заключается в том, что мы не можем одновременно выполнять две работы. То есть, если вот мы выбрали, скажем, вот эту работу, то вот эту и эту мы уже не сможем выполнять. И если мы выбрали вот эту вот работу, то вот эту мы уже не сможем выполнять. А если выбрали вот эту, то тогда не сможем выполнять вот эти две. А вот. Ну и тут тоже видно, в чем состоит проблема. Проблема состоит в том, что мы взяли и одну... И мы выбрали работу на первом шаге, которая имела наибольшее число конфликтов с другими работами. То есть вот эта верхняя работа, она конфликтует с двумя нижними, а каждая из нижних, она конфликтует всего лишь с одной работой, то есть той, которая наверху. Поэтому, может быть, все еще можно действовать жадным образом, но нашу жадность надо как-то определить более умно. И выбирать на каждом этапе работу, ну или интервал, у которого минимальное число конфликтов с другими интервалами. И можно попробовать... Вот эта стратегия уже работает довольно неплохо,
Но, тем не менее, для нее контрпример тоже можно придумать, хотя это может быть и непросто. И вот контрпример. Здесь, вы видите, сколько тут работ? 3 плюс 3 – это 6, 10, 11 работ. И все работы, кроме верхней, имеют по 3 конфликта с другими работами. То есть вот эта вот работа, скажем, имеет 3 конфликта вот с этими работами. Каждая из них имеет даже, наверное, с 4 работами конфликта. То есть она имеет вот с этими двумя и вот с этими двумя. Вот. То есть у нас каждая из работ, кроме верхней, имеет либо 3, либо 4 конфликта. А верхняя работа имеет 2 конфликта. Поэтому если мы пользуемся вот этим вот жадным правилом, то тогда, по идее, мы должны были бы выбрать вот эту вот верхнюю работу на первом шаге. Но если мы ее выбираем, она нам блокирует сразу вот эти вот две работы средние, которые находятся во второй строчке. И получается, что чтобы мы потом не выбирали, больше 3 работ нам выполнить не получится. То есть, например, можем выбрать вот эту, эту еще. Или там вот эту и эту. Ну или там еще различные варианты возможны, но больше 3 работ мы не выберем. Хотя оптимальное решение, оно вот дано во второй строке, это 4 работы. Вот мы сейчас рассмотрели несколько стратегий, и ни одна из них не привела, несколько жадных стратегий, и ни одна из них не привела к оптимальному решению. Давайте-ка я попробую сейчас заглянуть в вопрос, который тут... Почему такая стратегия называется жадной? Меня вот тут спрашивают. Жадной она называется, потому что мы берем то, что на данном шаге кажется локально оптимальным. То есть мы не смотрим в будущее. Мы берем то, что вот сейчас кажется наиболее симпатичным, наиболее эффективным, наиболее правильным именно на этом локальном шаге. Ну вот как здесь. Скажем, когда мы говорили про минимальное начало, у нас жадный принцип был такой. Мы хотим использовать для дела каждую свободную минуту. Поэтому если у нас в начале что-то есть свободное время, то тогда мы его забиваем той работой, которую его можно забить. То есть берем работу, которая начинается раньше всех, и ее выполняем. Несмотря ни на что, что там происходит дальше при таком выборе. И мы видим, что это заканчивается плохо. Или вот здесь, когда мы выбираем работу наименьшей длины. Но наша цель – это сделать, это выбрать максимальное количество работ. Ну, понятно, что чем короче работа, тем больше мы можем успеть. Чем короче работа, тем меньше времени она занимает, тем больше времени у нас остается на выполнение других задач, поэтому мы просто жадно выбираем самую короткую работу. Ну, или вот принцип с минимальным числом конфликтов. Ну, мы понимаем, что вот нам хотелось бы, чтобы наш выбор, он не влиял на наши возможности в дальнейшем. То есть как можно меньше урезал количество возможностей, которые перед нами открываются. И вот если мы выбираем на каждом этапе интервал с минимальным числом конфликтов, то вот именно на этом шаге, на этом этапе у нас... минимально возможное число интервалов исчезают из дальнейшего рассмотрения. Тем не менее, как мы видим, вот эта локальная оптимальность, она нам все-таки глобальную оптимальность решения не гарантирует. Да, вот в этом случае мы выбираем первую работу. Так. Хорошо, но можно ли еще какую-то жадную стратегию предложить, которая работает? 3 алгоритма не подходят, да, вот эти 3 алгоритма не подходят, потому что тут к ним, ко всем есть контрпримеры. Давайте вот такую вот стратегию рассмотрим. Давайте мы будем выбирать не интервал с минимальным временем начала, а интервал с минимальным временем окончания. Тот, который раньше всех заканчивается. Идея здесь в том, что после того, как мы выполним эту работу, у нас еще останется много времени для того, чтобы его заполнить другими работами. Можно попробовать придумать контрпример для этого принципа, но, к сожалению, не получится. Поэтому докажем сейчас, что этот алгоритм, этот принцип
уже ведет к оптимальному решению. Но сначала давайте я покажу алгоритм. Он очень простой. Итак, на вход мы получаем n интервалов, заданных началом и концом. Первое, что мы делаем, мы их сортируем по времени окончания, потому что мы будем выбирать тот интервал, который раньше заканчивается. И вот в этом псевдокоде, вот я написал, тут сортируем интервалы по f и t. И предполагаем, что дальше у нас индексы изменились, то есть теперь у нас f1 это минимальный, то есть первый интервал вот в этом упорядоченном, в этом порядке, это интервал, который имеет минимальное время окончания. Вот оно называется f1. Так, в переменной time мы будем хранить наше, так сказать, время выполнения последней задачи из тех, что мы выбрали на данный момент. Пока мы еще ничего не выбрали, у нас это время равно минус бесконечности. Ну, или если мы считаем, что у нас все вот эти вот числа s1 и f1, они все неотрицательные, то тогда можно этот тайм инициализировать нулем. Ну, давайте инициализируем минус бесконечностью. Дальше мы в цикле for начинаем перебирать вот эти вот наши интервалы. Мы их начинаем перебирать в порядке увеличения f и t. И берем очередной интервал, сравниваем его время начала с переменной time. А в time, напомню, мы храним время окончания последней выбранной работы. Если вот это f и t начинается в тот момент, когда последняя выполненная работа уже завершилась, или позже, то есть если f и t больше time, то тогда мы output i, то есть мы сообщаем о том, что и ту работу мы берем. И раз мы ее берем, то тогда время выполнения последней выбранной работы мы устанавливаем в f и t. Вот такой вот простой алгоритм. А есть ли какие-то вопросы к нему? Почему он работает корректно, мы сейчас будем доказывать. Но вот, в принципе, как он работает, так никогда не зайдет в if. Почему никогда не зайдет в if? Тут минус бесконечность. Если s и t больше минус бесконечности, ну вот на первом же шаге и зайдет в if. Массив мы сортировали, да. В первой строчке у нас написано отсортировать интервалы по f и t. И поскольку мы массив сортировали, то сложность, вычислительная сложность этого алгоритма, она будет не меньше, чем сложность сортировки. Сложность сортировки у нас O от n log n. То есть вот на первую строчку у нас уходит время O от n log n, а все остальное это линейный проход по массиву, на него уходит линейное время. Таким образом, общая сложность это O от n log n. Спрашивают в чате, что означает по f и t, и отвечают. Сортируешь по концам просто. Да, сортируешь по правому концу. Берете вот эти ваши интервалы, сортируете их по правому концу, по возрастанию правых концов. И все. И именно в таком порядке вы эти интервалы и рассматриваете в дальнейшем. То есть принцип такой. Выбираем тот интервал, который раньше заканчивается. А выбрать работу, которая начнется позже, можно? Спрашивает меня. В рамках этой стратегии нельзя, если я правильно понял вопрос. Позже, чем что? Ну, в общем, уточните вопрос, если хотите, чтобы я на него ответил. Так, утверждение. Вот этот алгоритм, greedy selection, он вычисляет максимальное подмножество не пересекающихся интервалов. Для того, чтобы это доказать, давайте рассмотрим два возможных решения этой задачи. Первое решение – это жадное решение, которое выдал нам наш алгоритм. Допустим, он сказал, что нужно взять интервалы и 1, и 2, и так далее, и k-т. Он выбрал k-интервал. И давайте мы рассмотрим эти интервалы в виде упорядоченным по их правым концам. То есть мы предполагаем, что вот эти вот интервалы упорядочены по f и тому. И 1 заканчивается раньше, чем и 2, и 2 заканчивается раньше, чем и 3, и так далее. И важно, что они все не пересекаются.
Очевидно же, что наш алгоритм выдает нам только не пересекающиеся интервалы. То есть то решение, которое он выдает, оно в принципе допустимо. Оптимально оно или нет, это вопрос, который мы сейчас как раз и будем обсуждать. Давайте рассмотрим еще оптимальное решение. То есть решение, которое, в котором содержится максимально возможное количество непересекающихся интервалов. И допустим, эти интервалы, допустим, их n штук, называются они J1, J2 и так далее, JM. И опять-таки мы считаем, мы будем рассматривать в упорядоченном виде. То есть предполагаем, что они упорядочены по правым концам. На самом деле оптимальных решений может быть много. Мы из них выберем такое, у которого, которое максимально близко к нашему жадному решению в самом начале. То есть мы посмотрим на префиксы, префикс оптимального решения и выберем из них то оптимальное решение, у которого префикс, наиболее длинный префикс совпадает с префиксом жадного решения. Ну, то есть, скажем, если в каком-то оптимальном решении у нас первые три интервала совпадают с первыми тремя интервалами жадного решения, а в другом оптимальном решении первые пять совпадают с первыми пятью интервалами жадного решения, то мы выберем второе оптимальное из этих двух и будем рассматривать именно его. Ну и допустим, что длина этого префикса r-1. Если r-1 равно m, то это означает, что у нас оптимальное решение просто-напросто совпадает с жадным решением. То есть, что префикс, который совпадает с префиксом жадным, это g1, gm. И тогда понятно, что раз оптимально совпадает с жадным, то наше жадное оптимально. Если же это не так, то есть, если у нас r не больше, чем m, то тогда все это выглядит следующим образом. Вот черное решение – это наше жадное решение, а зеленое решение – это оптимальное решение. Первые r-1 интервалов совпадают, то есть i1 равно j1, i2 равно j2, и r-1 равно jr-1. А дальше начинается расхождение. Ну, во-первых, почему у нас на этом жадное решение не может закончиться? Оно на этом не может закончиться, потому что оптимальное решение на этом не заканчивается. В оптимальном решении есть какой-то элемент jr. И вот этот вот интервал jr, он начинается после того, как заканчивается интервал jr-1. А вот этот jr-1, он совпадает с ir-1. То есть jr, он начинается после ir-1. И это значит, что нам ничто не мешает его добавить вот сюда, вот, в жадное решение, вместо интервала ir. То есть жадное решение на этом точно не заканчивается. Тут обязательно после ir-1 должен быть какой-то еще один интервал. Вот пусть это интервал ir, но этот интервал, он уже не совпадает с jr по нашему предположению. Мы предполагаем, что длина совпадающего префикса – это r-1. А тогда что можно сказать, как они между собой соотносятся? Но начинается и тот, и другой после jr-1, а ir заканчивается не позже, чем jr. Он заканчивается не позже, чем jr, потому что мы на каждом шаге выбираем тот интервал, который раньше заканчивается. И вот в этот момент, если бы jr заканчивался раньше, чем ir, то мы могли бы выбрать его. А мы выбрали не его, мы выбрали ir. Значит, ir заканчивается раньше, чем jr. А значит, мы можем взять и вот в этом оптимальном решении заменить jr на ir. Он туда влезет. Он заканчивается раньше, то есть следующий jr плюс первый мы точно успеем начать. После того, как закончится ir. Но тогда у нас получилось оптимальное решение с более длинным совпадающим префиксом. То есть теперь вот это вот решение, которое внизу, в нем количество интервалов все еще m. То есть оно по-прежнему оптимально. Но при этом в нем уже длина совпадающего префикса, длина префикса, совпадающего с префиксом жадного решения, равна r, а не r-1.
Вот мы получили противоречие. Противоречие заключается в том, что мы выбирали изначально оптимальное решение с наиболее длинным префиксом, а тут вдруг получилось, что его можно модифицировать так, что получится решение с еще более длинным префиксом. Значит, такого быть не может. То есть не может быть такого, что r меньше или равно m. А из этого следует, что оптимальное решение, вот такое вот оптимальное решение, которое мы тут выбрали, оно совпадает с жадным решением. То есть длина совпадающего префикса – это r минус 1. Так, вопросы в чате. Префикс – это сумма длин работ? Нет, префикс – это не сумма длин работ. Префикс – это количество работ. Ну, не количество работ, это просто сами работы. У нас каждое решение – это последовательность интервалов, упорядоченная по правым концам. И префикс – это просто там первые несколько интервалов из этой последовательности. Так, вот мы нашли жадную стратегию, которая выдает нам правильные решения. Однако Сережа меня спрашивает, почему мы уверены, что после замены интервала оптимальное решение не сломается? Что значит сломается? Значит, перестанет быть оптимальным? Мы уверены, вот исходя из того рассуждения, которое я тут попытался воспроизвести. Что такое оптимальное решение? Оптимальное решение – это решение, которое содержит максимальное число непересекающихся интервалов. Мы уже поняли, что в оптимальном решении m интервалов. Все остальные оптимальные решения тоже содержат m интервалов. Мы взяли и заменили вот такой вот интервал jr вот в этом вот оптимальном решении на интервал ir, который начинается после jr минус 1, значит, мы его сюда можем поставить, и заканчивается раньше, чем jr. Значит, после него вполне себе спокойно встанет интервал jr плюс 1. Мы заменили этот интервал, мы получили оптимальное решение. Но уже с более длинным совпадающим префиксом. Так. С этой задачей все. Есть ли какие-то вопросы? Если есть, напишите. Если нет, давайте перейдем тогда к следующей задаче. Допустим, что у нас на входе все то же самое, но задача теперь формулируется иначе. Нам все-таки необходимо выполнить не одну работу, а все, но зато при этом мы не обязательно должны выполнять все сами, мы можем выполнять эти работы, нанимая новых работников. И наша задача – найти минимальное число работников, которое позволит нам выполнить все работы, ну, при условии, что все-таки один работник две работы одновременно выполнять не может. Или другими словами, здесь речь идет о том, чтобы разбить наши работы на подмножество, состоящее из непересекающихся интервалов. И при этом хотелось бы обойтись минимальным числом таких подмножеств. То есть, например, достаточно ли одного работника, чтобы выполнить все работы? Недостаточно. Достаточно ли двух, трех, четырех? Четырех достаточно, отлично. Значит, вот мы распределяем на четырех работников все наши работы. Так, как мы будем решать эту задачу? Опять-таки, мы будем использовать жадную стратегию, и в данном случае жадная стратегия будет выглядеть так. Мы опять же будем выбирать интервалы по одному, но теперь у нас есть несколько работников. Мы будем просто выбранный интервал назначать первому свободному работнику. А если свободного работника нет, то мы наймем еще одного работника для выполнения соответствующей задачи. Вопрос в том, как именно выбирать интервал, то есть какой выбор тут может казаться оптимальным. Давайте попробуем рассматривать эти интервалы в том порядке, в котором мы их рассматривали для прошлой задачи, то есть отсортировав их по времени окончания. Вот в прошлый раз это сработало, почему бы этому не сработать и сейчас? Ну нет, оказывается, что сейчас это не срабатывает. Вот смотрите, допустим, у нас есть такие вот четыре интервала.
Если мы выбираем интервал с минимальным временем окончания, то значит, мы сначала выбираем вот этот вот интервал. Назначаем его первому работнику. Следующий интервал, который заканчивается раньше всех, это вот этот вот. Первый работник его уже не может выполнить, значит, мы его назначаем второму работнику. Следующий интервал, который кончается раньше всех, это вот этот вот интервал, который тут наверху. Его первый работник может выполнить, поэтому мы первому работнику его и назначаем. И, наконец, последний интервал. Его не может выполнить первый работник, потому что он занят вот этой вот своей второй маленькой работой. Его не может выполнить второй работник, потому что его работа пересекается с этой. Значит, нам нужен тут третий работник. И вот здесь у нас получается, что мы решили задачу использовать трех работников. А между тем, понятно, что можно решить ее при помощи двух работников. Если вот эту вот длинную работу, последнюю работу, назначить первому работнику, а, соответственно, надо вторую маленькую дать второму работнику. То есть то решение, которое сработало в предыдущей задаче, в этой задаче не сработало. Ну, давайте тогда попробуем действовать наоборот. Вот в прошлой задаче мы начали с того, что мы выбирали интервалы с минимальным началом. Давайте попробуем делать так же и здесь. Оказывается, что для этой задачи именно такой алгоритм является оптимальным. Алгоритм это мы назовем greedy partition. Он получает на вход интервалы, а он их сортирует по левому концу, то есть по точке начала, по S и тому. И затем мы рассматриваем эти интервалы вот в этом порядке. В массиве W мы будем хранить время окончания работы, последней работы каждого работника. Вот изначально этот массив пуст, потому что мы еще ни одного работника не завели. Дальше мы идем по нашим работам. И мы смотрим, есть ли у нас такой работник, который заканчивает свою работу раньше, чем начинается итая работа. Если такой работник есть, то мы ему назначаем итую работу, и тогда получается, что его время работы, время окончания его работы меняется на F-итая. Если же такого работника нет, ну, например, его нет на самом первом шаге алгоритма, когда нет вообще никакого работника, мы тогда заводим нового работника, и его время окончания работы это будет F-итая. Вот мы этой F-итой добавляем в W. И в конце мы возвращаем мощность W. Мощность W как раз и будет количество работников. Есть ли вопросы по алгоритму? Нету. Хорошо. Тогда давайте посмотрим, за какое время он может быть выполнен. Ну, во-первых, у нас здесь есть сортировка в первой строчке, поэтому быстрее, чем за n log n, мы не сделаем. А вот здесь вот в списке for, ну, кажется, что на самом деле это может занять много времени, потому что здесь в худшем случае на каждом шаге мы просматриваем список всех работников. А работников, опять же, в худшем случае может быть n штук. Если вдруг так получилось, у нас все работы пересекаются, и тогда нам приходится заводить n работников. То есть при такой, так сказать, прямолинейной реализации, вот этот вот if, он превращается в for, и for проходит по W, сложность этого фора O от n, внутри этого фора получается O от n квадрат. Но оказывается, что можно это реализовать быстрее, если использовать так называемую приоритетную очередь. Подробнее о том, как что это такое и, главное, как это реализовать, мы поговорим через неделю, когда будем разбирать ускорение алгоритма DXTR. А сейчас я просто скажу, что такое приоритетная очередь. Ну вот в обычной очереди вы, если первым в нее зашли, то первым из нее и ушли. Вы заходите в
конец очереди выходите из начала, когда все, кто перед вами, оттуда уйдут. В приоритетной очереди это не так. В приоритетной очереди у каждого ее члена есть, у каждого участника этой очереди есть приоритет. Скажем, там многодетные матери идут раньше всех. Пенсионеры идут позже многодетных матерей, но до всех остальных. Вот. И если вы многодетная мать, и вы пришли в эту очередь, то даже если перед вами там стоит 50 человек, но никто из них не многодетная мать, вы из нее первым выходите. Вот. В принципе, пока вы стоите в этой очереди, ваш статус может поменяться. То есть, скажем, если вы стоите в очереди, как в советское время стояли в очереди на квартиру, и у вас родился там новый ребенок, то вы не были многодетной матерью, стали многодетной матерью, ваш приоритет поменялся. Вы в этой очереди как бы передвигаетесь на несколько позиций вперед. И вот. То есть приоритетная очередь это такая структура данных, которая поддерживает операции, ну, вставки, во-первых, во-вторых, выхода из очереди в соответствии с приоритетом и, в-третьих, изменение приоритета. Спрашивают, если есть несколько таких J, какой выбирается, первый или любой? В данном случае, на самом деле, это вопрос уже к этому алгоритму, в данном случае выбирается любой. Тут вот это не специфицировано, выбираем любой J, который нам подходит. Вот. Ну, да. Так вот, оказывается, что приоритетную очередь можно реализовать так, что все операции в ней будут производиться за время n log n, и поэтому, в принципе, этот алгоритм довольно легко реализовать за время o от n log n. У вас вот в этой вот операции, вот вместо этого if, у вас будет просто обращение pop к вашей приоритетной очереди. Приоритетом здесь будет время окончания работы соответствующего работника. То есть вот здесь, в этой строчке, вы делаете pop, применяете pop к очереди, вы будете получать работника, который освобождается раньше всех. И вот если он все-таки освобождается позже, чем мы сыты, то на остальных смотреть уже нет никакого смысла. Они освобождаются тем более позже и тем более не могут быть использованы. То есть вот операция, которая здесь, может быть выполнена за n log n. Говорят, можно же сделать через красно-черное, его-то мы уже знаем. Да, это верно. Действительно, можно сделать и через красно-черное дерево. Не знаю, все ли понимают, как это можно сделать, но, в принципе, тут, по крайней мере, теоретически это можно сделать через красно-черное дерево. Тут идея будет в том, что мы знаем, где искать минимум в красно-черном дереве. Он находится внизу самой левой ветки. До этой левой ветки мы можем до него мы можем зайти за O от N log N. Если мы хотим поменять приоритет, а изменение приоритета происходит вот в этой строчке, WJ равно FIT, то, в принципе, это означает, в случае с красно-черным деревом, это означает, что мы сначала удаляем элемент из этого дерева, а потом туда его вставляем. И та и другая операция делается за N log N. Ну, правда, удаление мы с вами не разбирали. Приоритетная очередь — это что, спрашивает меня? Ну, вот я только что тут минут 5, а то и больше объяснял, что такое приоритетная очередь. Наверное, я сейчас не буду еще раз это повторять. Но я не объяснял, как ее реализовывать. Это я буду. Ее реализовывать можно разными способами. Об одном из них мы поговорим через неделю. Ладно, это что касается сложности. Хорошо бы еще проанализировать корректность этого алгоритма. Собственно, с чего мы взяли, что этот алгоритм вычисляет оптимальное решение? То есть, что он вычисляет минимальное число под множество непересекающихся интервалов. Чтобы это доказать, давайте введем вот такой вот термин. Будем называть глубиной множества интервалов размер наибольшего подмножества этих интервалов, имеющих общую точку. Ну, то есть мы смотрим на какую-то точку и считаем, сколько интервалов, в каких интервалах она содержится. И так мы делаем для каждой точки, вообще для каждой точки. Выбираем максимум. Это будет глубина множества интервалов.
То есть это максимальное количество интервалов, пересекающихся по одной точке. Совершенно очевидно, что необходим, да, обозначим эту глубину за D. Совершенно очевидно, что меньше, чем D работниками, мы не обойдемся. Потому что вот именно в этот момент времени, в момент времени А, в который достигается эта глубина, то есть вот если А это общая точка для D интервалов, это значит, что вот в этот интервал, в этот момент должны параллельно выполняться D работ. А значит, для них нужно D работников. Вопрос, однако, в том, достаточно ли этого числа D или нет. И оказывается, что достаточно, и более того, наш алгоритм именно это D и вычисляет. Давайте посмотрим, почему так происходит. Что делает алгоритм? Он добавляет F и T к множеству W только в тот момент, если W житое больше, чем S и T для всех J. То есть мы создаем нового работника только в том случае, если в момент S и T, в момент начала и T работы, все работники чем-то заняты. При этом заметьте, что чем они еще могут быть заняты? Вот когда мы рассматриваем и ту работу, все работы, которые мы рассмотрели до этого, они начинаются раньше и той работы. Мы создали сколько-то работников. Получается, что у каждого из них есть работа, которая заканчивается позже, чем S и T, после того, как начинается и та работа. Но все работы, которые мы рассмотрели, они начинаются раньше S и T. Значит, у каждого работника есть работа, которая начинается раньше и той работы и заканчивается после и той работы. То есть в момент времени S и T все уже нанятые работники заняты. Ну, а тогда получается, что количество нанятых работников, оно не больше, чем глубина. Поскольку вот в этой точке S и T у нас уже есть количество, у нас есть интервалы, у нас есть мощность W интервалов, которые проходят через эту точку. Вот, получается, что ни в какой момент алгоритма у нас мощность W не превышает D, то есть не превышает глубины нашего множества интервалов. Ну, а значит, мощность W в конце концов становится равна D, потому что так или иначе наш алгоритм он все-таки находит допустимое решение. Но размер этого решения никогда не превышает D. Поскольку D – это минимально возможное решение, значит, решение, которое вычисляет наш алгоритм, с D просто совпадает. Получается, что он вычисляет оптимальное решение, то есть он оптимальным образом распределяет работы по работникам. Это все с этой задачей. Если хотите что-то спросить, спросите. Если нет, давайте тогда перейдем к следующей задаче. А следующая задача имеет немножко другой вход. У нас по-прежнему N работ, но у работы нет времени начала и времени окончания четко определенного. Вместо этого мы знаем про работу, ее срок выполнения, ее время выполнения. Это T и T. Сколько времени нужно, чтобы выполнить и ту работу. И срок выполнения. То есть дедлайн. К какому моменту ее нужно выполнить. Это вот D и T. У нас есть один работник. Это мы сами. И наша задача состоит в том, чтобы все-таки выполнить все работы. Если какие-то работы, если с какими-то работами нам, с какими-то работами не удастся уложиться в дедлайн, ну что делать? Выполнить все равно их надо. И наша задача – минимизировать максимальную просрочку любой работы. Немножко пояснений. Да, во-первых, мы опять исходим из того, что две работы не могут выполняться одновременно. Что такое просрочка? Если мы начинаем выполнять и ту работу в момент времени S и T, то тогда ее просрочка определяется так. D и T – это тот дедлайн, к
которому она должна быть выполнена. Мы начинаем ее выполнять в момент времени SIT и выполнять в течение времени TIT. Следовательно, закончим мы ее выполнение в момент SIT плюс TIT. Ну и, соответственно, просрочка – это дедлайн минус реальное время окончания этой работы. Эта просрочка может быть отрицательной, это хорошо, это значит, что мы выполнили работу раньше, чем должны были, почему бы нет. Если же эта просрочка оказывается положительной, то это значит, что мы работу задержали. И вот мы хотим, чтобы ни одна работа не была просрочена слишком сильно. То есть мы хотим минимизировать максимальную просрочку по всем работам. Так, ну хорошо. Как нам решать эту задачу? Опять же, мы будем использовать жадную стратегию, и мы опять будем выбирать работы одну с другой. При этом мы будем планировать их выполнение в стык, то есть мы не будем себе позволять отдыхать. Как только мы выполнили какую-то одну работу, мы тут же начинаем выполнение следующей. Это можно сделать, потому что у нас здесь для работы не указано время ее начала. Мы ее можем начать в любой момент. Ну и чтобы побольше успеть, мы не будем, ну, так жадно будем спать, мы не будем позволять себе отдыхать. И на очередном шаге мы будем выбирать работу, выполнение которой сейчас кажется оптимальным. Какие здесь возможны варианты? У нас есть на самом деле два параметра у каждой работы. Это время выполнения и дедлайн. И самое простое, что можно попробовать, это можно попробовать упорядочить их по одному из этих параметров. Можно, например, сначала пытаться выбирать самые короткие работы. Или можно пытаться выбирать те работы, которые нужно сделать как можно быстрее. То есть работы с ближайшим дедлайном. Ну, скажем, давайте я попробую сейчас. У меня тут, наверное, примера нет. Давайте я, может быть, попробую нарисовать какой-нибудь пример. Ну, или просто его так скажу. Допустим, у нас есть одна работа, которая очень короткая. Вот, допустим, мы пользуемся первым нашим принципом, то есть выбираем работу с минимальным временем выполнения. И, допустим, что у нас есть какая-то очень короткая работа, которая занимает всего одну единицу времени. Но при этом ее дедлайн очень далекий. Там дедлайн, скажем, 10 у нее. И у нас есть другая работа, которая занимает больше времени, но при этом она, ее дедлайн, скажем, тоже 10. Ну, да, давайте я все-таки, наверное, может быть, нарисую тут на доске. Так. Сейчас, секундочку. Вот доска. Нет, сейчас, секунду. Извините. Значит, допустим, у нас есть там первая работа. И эта работа, время ее выполнения равно единице, то есть очень короткая работа. А дедлайн по ней не скоро. Ну, скажем, он наступит на там, через 20 минут. И есть вторая работа, которая выполняется. Ну, например, она выполняется уже долго, то есть она выполняется, скажем, 10 минут, но и дедлайн ее тоже равен 10. Что получается в этой ситуации?
Если мы пользуемся нашей первой жадной стратегией, то есть если мы выбираем работы с минимальным по времени выполнения, то мы сначала выбираем первую работу, а потом выполняем вторую работу. Тогда получается, что по первой работе у нас просрочка отрицательная, мы ее выполняем до дедлайна, а по второй работе у нас просрочка получается равна единице. Она равна единице, потому что мы сначала выполняем первую работу за одну минуту, потом вторую за 10 минут, и вторая у нас, получается, заканчивается через 11 минут, должна была закончиться через 10. С другой стороны, если мы будем сортировать по-другому, то есть по дедлайнам, то мы сначала тогда должны будем выполнить вторую работу, а потом выбрать первую работу. В этом случае просрочка равна чему? Но вторую работу мы успеем выполнить до дедлайна. Вот, прям впритык, если мы начнем ее выполнять сразу. А первая работа выполнится на 11 минуте. И в дедлайне 20 минут. То есть, опять-таки, успели. Тут будет просрочка 0. Получается, что вот контрпример для первой жадной стратегии, когда мы упорядочиваем работы по времени выполнения. И, как минимум, вторая жадная стратегия с дедлайном, с упорядочением по дедлайнам здесь работает хорошо. Но это, конечно, не факт, что она всегда будет работать хорошо. Но вот я вижу, что в чате люди выступают за ближайший дедлайн. Ну, интуитивно кажется, что это правильно. Но, с другой стороны, тут вот пишут, что нужно упорядочить по разности между дедлайном и временем выполнения. И это тоже кажется правильно, потому что вообще как-то странно, что если мы упорядочиваем только по дедлайнам, то получается, мы вообще никак не смотрим на время выполнения работы. То есть мы как бы половину входных данных просто игнорируем. И это немножко странно. Вот. Тем не менее, хоть это и странно, но это правильный способ. Давайте вернемся сейчас тогда к слайдам. Так, где тут слайды? Секундочку. Итак, мы выбираем все-таки вот этот второй вариант. Мы будем выбирать работу с ближайшим дедлайном. Утверждается, что если мы так делаем, мы минимизируем максимальную задержку. Давайте я сейчас приведу такое очень сжатую схему доказательства, а потом, может быть, на рисунке разберем это подробнее. Значит, первый тезис. Он заключается в том, что существует оптимальное решение этой задачи без простоев. То есть, если у нас есть какое-то оптимальное решение, но при этом мы позволяем работнику отдыхать между выполнением двух задач, то можно ему это не позволять. Можно все работы сдвинуть таким образом, чтобы между работами не было никаких промежутков отдыха. То есть, не было простоев. Ну, это кажется очевидным. Вот. Давайте мы сейчас сделаем следующим образом. Мы пронумеруем все работы в порядке увеличения дедлайна. Тем самым мы получим то решение, которое выдает нам наш жадный алгоритм. А дальше мы посчитаем, мы возьмем какое-нибудь другое решение, ну, например, какое-нибудь оптимальное решение. Решение в данном случае это расписание, да, порядок, в каком мы выполняем работы. И будем говорить, что инверсией в этом расписании является пара работ i меньше j, такая, что i в расписании оказывается после j. Что значит, что i меньше j? Это значит, что дедлайн по этой работе наступает раньше, чем по j.
Но вот в этом расписании, которое там, допустим, оптимально, в нем ИТ работа все-таки поставлена после ЖИТы. То есть в этом вот это вот расписание отличается от нашего жадного расписания. Это мы будем называть инверсией. Следующий тезис. Если у нас есть какое-то расписание без простоев, и оно содержит в себе инверсию, то тогда можно найти другую инверсию на двух работах, запланированных в стык. То есть, если у вас есть, скажем, какая-то итая работа, потом идет, вернее, какая-то житая работа, вот, допустим, и меньше, чем жи, да? То есть, по итой работе дедлайн наступает позже, чем по житой. Дедлайн наступает раньше, чем по житой. И вот у вас есть итая работа, потом в расписании идет еще сколько-то работ, и после, вернее, у вас есть житая работа, извините, в расписании идет еще сколько-то работ, и потом у вас там поставлена житая работа. Вот это вот инверсия, итая работа, вот это инверсия. Но утверждается, что вот на этом промежутке обязательно найдутся две работы, которые идут в стык, на которых тоже будет инверсия. То есть две работы, идущие подряд, такие, что у первой работы дедлайн позже, чем у второй. В этом случае мы просто возьмем и поменяем эти две работы местами. Дальше мы покажем, что задержка в этом случае не увеличится. И это значит, что от всех инверсий, которые у нас есть в расписании, можно избавиться таким образом. Просто поменяв местами работы. А если мы избавимся от всех инверсий, то мы получим жадное решение. И при этом мы его получим без потери оптимальности. Из чего следует, что наше жадное решение тоже является оптимальным. Вот давайте я попробую сейчас это показать чуть-чуть более подробно на бумажке. А потом отвечу на вопросы, которые у вас там поступают. Так, есть проблема. Connection lost. Секундочку. Так, ну отлично. Значит, о чем идет речь? Вот у нас есть какое-то решение. Допустим, что это оптимальное решение. И допустим, что в нем нет простоев. То есть у нас сначала выполняется вот какая-то такая работа, потом какая-то такая работа, потом такая, 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 такая. И допустим, что у нас здесь есть инверсия. То есть допустим, что вот это вот у нас житая работа, а вот это вот у нас итая работа. И при этом дедлайн по житой работе, он наступает раньше, то есть, точнее, позже, чем дедлайн по итая работе. То есть д-итая у нас меньше, чем д-житая. То есть в нашем жадном решении работы были бы расположены по-другому. У нас в жадном решении сначала была бы итая работа, а потом житая работа. Что это значит? Ну, во-первых, это значит, что у нас существует какая-то инверсия вот между вот этими клетками. Почему? Потому что если бы у нас такой инверсии не было, то есть если, скажем, между соседними элементами, если бы у нас не было инверсии, то тогда, ну, допустим, у нас тут какой-нибудь А и какой-нибудь Б, если между ними нет инверсии, то тогда мы получаем, что дожитая меньше, чем ДА, меньше, чем ДБ, меньше, чем ДАЙ. Но такого быть не может, потому что мы начали с того, что ДАЙ меньше, чем ДЖ. Из этого следует, что, по крайней мере, одно вот из этих неравенств является неправильным. И это значит, что у нас есть инверсия на двух соседних работах. Вот давайте будем предполагать теперь, что у нас действительно есть инверсия на двух соседних работах.
То есть, что у нас есть, вот, скажем, какая-нибудь работа J, и сразу за ней идет работа I. При этом у нас DI меньше, чем DJ. Что предлагается? Предлагается их поменять местами. Давайте мы их поменяем местами. Работа I у нас переходит сюда, а работа J переходит сюда. Ну, можно заметить, что в расписании за вот этими пределами не поменялось вообще ничего. То есть для всех работ, которые предшествовали житой работе, все задержки остались без изменений. И для всех работ, которые были после итой работы, а теперь идут после житой работы, для них тоже все осталось без изменений. Единственное, что могло измениться, это задержки итой и житой работы. Ну вот как они у нас изменились. Значит, давайте обозначим вот этот вот момент времени, в который начиналась раньше житая работа, а теперь начинается итая работа. Давайте его обозначим за Т. Нет, не за Т. Давайте мы его за S обозначим. Это у нас будет S. Момент времени S. Тогда, какой у нас была задержка для житой работы? Было. Значит, задержка житой работы была какой? Это было S плюс T житое минус что? Минус D житое. Задержка итой работы какой была? Это было S плюс TJT плюс TIT минус DIT. Что стало? Что стало с житой задержкой? Ну, житая задержка у нас теперь такая. S плюс T житая плюс T и T минус D житая. Что теперь произошло с итой задержкой? Итая задержка у нас такая. S плюс ТИТ минус ДИТ. Ну, во-первых, что касается ИТ задержки, то она очевидным образом уменьшилась. Давайте мы эту задержку будем обозначать вот так. Вот это у нас будет задержка L ЖТ. Это задержка L ИТ. А вот эта задержка у нас будет L' ЖТ. И L'IT. Ну, во-первых, очевидно, что L'IT, оно меньше, чем L'IT. И действительно, мы и переставили левее. Увеличилась у нас только житая задержка. Значит, нам нужно теперь сравнить вот эту вот задержку с теми задержками, которые у нас были до этого. Давайте сравним L'JT и L'IT сначала. Кто из них больше? Ну, мы видим, что у нас DIT меньше, чем DJT. Здесь мы, получается, вычитаем из вот этого времени DJT, а здесь из вот этого времени в скобках DIT. Следовательно, LIT у нас получается больше, поскольку DIT меньше. Значит, L'JT, оно оказалось меньше, чем LIT. Что произошло с задержкой, которая была вот LJT? Ну, она, понятное дело, увеличилась. То есть, житая задержка стала больше.
Но чему она теперь... Да, то есть она, конечно, больше. То есть L' житая действительно больше, чем L житая. Однако, если мы сравним L-итая и L-житая, то сама L-итая больше, чем L-житая. Так, давайте еще раз я это скажу. Значит, смотрите, вот из этих двух задержек, L-итая и L-житая, которые у нас были, какая максимальна? Ну, понятно, что у нас L-итая больше, чем L-житая, потому что мы здесь из меньшей суммы, в случае с L-житым, мы из меньшей суммы вычитаем большее число. Здесь мы из большей суммы, в случае L-итого, вычитаем меньшее число. Следовательно, из вот этих двух задержек максимальное – это L-итая. Но обе задержки, которые вот здесь, вот, которые у нас получились, они обе меньше, чем L-итая. То есть и L-итая меньше, чем L-итая, и L-житая тоже меньше, чем L-итая. А это значит, что максимальная задержка при такой замене у нас увеличиться никак не могла. Она могла только уменьшиться. Если вдруг L-итая была максимальной задержкой, то при такой манипуляции L-итая у нас пропала, появилась L-житая, которая все-таки меньше, чем L-итая. Поэтому, осуществив вот такую замену, мы действительно ситуацию не ухудшаем. И вот мы избавились от одной инверсии. Вот таким же образом мы можем избавиться от следующей инверсии, еще от одной инверсии, еще от одной инверсии, и так до тех пор, пока инверсии у нас не останется. При этом мы никогда не увеличиваем максимальную задержку, а в итоге у нас получается решение без инверсии, то есть как раз наше жадное решение. И это все, что я хотел сказать на эту тему. А сейчас давайте я попробую ответить на вопросы, если они еще остались. Вот тут вот я вижу, кто-то предлагает контрпример. Давайте я попробую его разобрать. Значит, контрпример, который предлагается. У нас есть два дела. Первое дело такое. Время. 1000. Ближайший дедлайн. Дедлайн у него D1 равно 10. Ну, слушайте. Ну, да, окей, хорошо. И второе дело. Вторая задача. У нас дедлайн равен 20 и время равно 1. Так, как мы это упорядочиваем работы по нашему алгоритму? Мы упорядочиваем их следующим образом. Сначала у нас идет первая работа, а потом у нас выполняется вторая работа. За какое время мы уложимся? Значит, вот здесь вот мы оказались на тысячной минуте, и вот здесь вот мы оказались на 1001 минуте. Какие у нас получились просрочки? Здесь 1000 минус 10, то есть здесь просрочка 990 по первой задаче, а по второй задаче просрочка 1001 минус 20, ну, кажется, это меньше, то есть, наверное, это 900. Что? 81, что ли? Как-то так. В общем, в этом решении максимальная просрочка – это 990. Давайте рассмотрим альтернативное решение, когда у нас получается вот так вот. Значит, сюда мы помещаем вторую работу, сюда мы помещаем первую работу. И тогда вторую работу мы заканчиваем за одну минуту. Здесь мы оказываемся в 1001. Какая у нас просрочка здесь получается? Ну, по второй работе у нас получается никакой просрочки не получается, а по первой работе у нас получается просрочка 1001 минус 10, то есть 991. Но видите, это хуже. Все-таки. Вот. Так что нет, контрпример не подходит. Можно второе доказательство разобрать еще раз, а то я его не до конца понял.
как из того, что максимальная задержка не увеличилась, следует, что суммарная задержка не увеличилась. Абсолютно никак не следует, но нам это и не надо. Мы оптимизируем не суммарную задержку, мы максимизируем именно максимальную задержку. То есть мы хотим, чтобы никакая работа не выполнялась слишком долго. Я надеюсь, что это отвечает на вопрос. То есть мы догадались, что максимальная задержка не увеличилась, и это все, что нам надо. Это наша, собственно, задача. Где она тут была? Вот тут вот она была. Мы хотим максимизировать максимальную просрочку. Минимизировать максимальную просрочку. Так. Ну, собственно, если у вас есть еще какие-то вопросы, то задавайте. Если нет, то, в общем, это все на сегодня. Вы наверняка заметили, что дедлайн по домашнему заданию перенесен на вечер воскресенья, точнее, на 6 часов воскресенья. Ну и там выложено, на Вики выложено еще и следующее домашнее задание, у которого дедлайн будет в следующее воскресенье, тоже 18 часов. В следующем домашнем задании есть две теоретические задачи и одна задача, и две задачи в контексте. Это домашнее задание на красно-черной деревья. Так, ну, если вопросов нет, тогда на сегодня все. Спасибо. И до свидания. Так, хотя я вижу какой-то вопрос. Сейчас посмотрим. Новый ДЗ до воскресенья. Да, но новый ДЗ до воскресенья, но не до этого воскресенья, а до следующего. А старый ДЗ до этого воскресенья. Ну, все. До свидания. Спасибо.